Влад Валакас требует удалить нарезку. Вот это, значит, вот эта сука, черт, который 3ЧТВ, да, сделал новое видео, значит, вчерашнее, где я просил об удалении видеоматериала с секретной трансляции, и опять надсмехнулся надо мной. То есть, вот, в ответ на мою просьбу сделал следующее. Вчера ночью был секретный стрим на Трова, да. Сегодня, кстати, был, только же камера хорошая. Но видео нету, видимо, забоялся выкладывать, ничего нету. Это секретная нарезка, и я запрещаю ее смотреть на стриме. Здорово, ребята! Здорово! Это секретный поточек, значит, сейчас запустил, да? Вот, секретно, значит, смотря, сразу предупреждаю, вот эти монтажеры, блядь, дебилы, да, сука, воруют секретные трансляции, будут наказаны в рамках Ютуба, понятно? Это секретная трансляция, только для своих, да, получается. Нормально, ФРСа нету. Ну, у меня 4К настроено. Ну, именно камера, блин. Смотря. Вот, секретная. Лагай, да. В смысле, типа камера отстает от звука. Но это нормально, блин. Это так и должно быть. Это нормально, пойдет. А так нормально, ребята? Вот так вот, нормально, смотря. А? Нормально? Что за бред, да? Да. О, так получше. Блять, это я вообще 720 поставил, а у меня 4К камера. Ну расскажите, ребята. Расскажите. Расскажите, как там в школе дела. Расскажите, как там. 1 сентября. Здорово. Пена, блядь, ты когда террористом успел стать? Чё за бред? Ну, давай тогда рассказывай, как в школе, если всё нормально. Всё, ребята, значит, смотрите. Камеру я сегодня настроил. Купил себе сегодня адаптер для фотоаппарата вот этот. Ну, который Elgato Camlink называется, да. Вот, Elgato Camlink я подрубил, да, вот, значит, что мне еще надо, звук, но звук вроде пойдет, вам пойдет, вот, поэтому готовьтесь, будет сборка мотоблока в прямом эфире, буду рассказывать о мотоблочной технике различной там, вот мотоблок, сука, вот это вот, must have. Ну, слушай, там русский рэп чаморный. Что Дмитрий Урик слушает, чучело вот это. Как оно называется, блядь? Да никакой там меня, блядь, вообще чамор. О, Каспийский туз, точно. Каспийский туз, да. О, Каспийский туз, да. Особенно, знаешь, как там, вот уберут, короче, в чипырку там. Долбоёбы, ну, громкую музыку ставят, да, типа. Вот, а, дебилы, я вас веду в курс дела, как стать мужчиной, да, вот тебе 18 лет стукнуло, да, и как стать мужчиной, как обрести мужской вот этот стержень, да, то есть, ну, как стать настоящим воином. Что они там чвыркают? Пенис какой-то, маску снимают, что за пенис? Почему пенис стримит с канала деда? А кто тут пенис? А, типа я пенис? На! Почему пенис там тут нашел? Так, чучело, фокуса нету, чучело. Надень прошлую маску, а то тут пена ебала половину видно. Да. Кстати, покажи руки в камеру, мы твое колечко оценим. Какое колечко, дурак? О, двойная защита. А? О, смотри. О.
Ой, блядь, пиздец. Тихо! Что ты там спалил, господи, блядь? А! Не считается. Эй, если тот пидор опять сидит, 3ЧТВ, монтажер. Иди нахуй отсюда. Вот так вот. Дедушка Хай, приятно видеть, как ты развиваешь КСТВО и разнообразие потоков. Не только гиги-гага, но и познавательный контент. Да, успехов в новых начинаниях. И вопрос. Заем сосал сверчку. Хай, дед, передай привет Арслану Сырворову. Скажи, что он глэр. Руслану Суворову. Пена, что ты сделал? I want you, baby pizza. Во. Не, у меня сейчас уже разрядка на это. У меня, ну, фотик, там аккумулятор в нем разряжается. Он сейчас уже отключится у меня. Ладно, ребят, все, погнали.